Людей все прибывает и прибывает. Кстати, я не знаю, сколько у нас времени. Наверное, где-то уже 11 и 12. Тут возле нас тоже. Здесь тоже семья с детками. Тут уже, короче, все с семьями забито. Мы самые первые, можно сказать, приехали. Все приезжают, приезжают. А, блин, туда речет. Так, надо тапки одеть. Пойду к нашим. И все лезут к нам сюда на пятачок, потому что здесь вот этот есть лужица, в которой детки купаются. Поэтому все рядышком с нами. Хотя там он тоже есть такой пятачок, но они туда не идут, а все к нам сюда липнут. Да нет, не надо. Поймали краба. Большого. Осторожно, зая. Нету рыбок. О! Где? Наверное, она уплыла, видишь, тут же есть у них ручейки. О, клешня? Ничего себе, какая клешня. Огромная. Да, тут большие крабы есть. Смотрите, какая клешня. Какой-то мертвяк, зомби потерял. Тут под камнями, вот камни подымать, и тут полно всякой разной живности морской. Ты кто? А не, это просто травка. И вон клешня тоже. Мороженка, кто хочет. Что там? Что? Да? Огромедно? О, все, она уплыла. Хотят рыбу поймать, там говорят, там большая рыба. Я не видела. Ой. Там сейчас 10 крабов. А ну нафиг они ее не поймают. Тут течение и волны. Да. И тем более они ходят всем стадом, мутят воду. Что они тут могут увидеть? Рыбу, рыбу, хорошая рыба. Там еще одна. Нет, они. Поймали краб.
Да, красивый там свой. Блин. Как мне на него посмотреть? А его надо перевернуть. Его руками нельзя, он тогда. Ну конечно. Идет так король. Посмотри. Сейчас. Глянь, какой красавец. Переверни, переверни, переверни. Диана, глянь, вот. У тебя сейчас на тапки. Хватайте, хватайте. Класс. Идем. Спасательные рефлексы не хватает. Конечно. Хорошо, что я не взяла эти тапки. Эти не жалко отдать крабу. Иди сюда, переверни. Во-во-во, сними. Видишь, у него да, здесь? Да, синенькие перепоночки. Синий такие. И да, и все, он пошел, пошел. Ой, какая огромная рыба уплыла. Где? Вот такая, Маша. Катя, что ты мне сказала? Я бы засняла. Все, он спрятался под камушки. Все, уплыла. Это та Арина. Сейчас пройдите тогда. Каха так. Пошли ловить крабов, рыб, не знаю что. Ну, какая разница, что? Лишь бы весело было, да? Что? Я говорю, пошли ловить они или рыбов, или крабов, не знаю что. Говорит, какая разница, что? Лишь бы весело детям было. Да-да. Подожди, я одену. Лишь бы чем-нибудь их занять. Главное, что они не в телефонах. Да. А на природе дышит свежим. Да, вон тетечка тоже с детками играет. Да, бегает, молодец. С детками играет. Я вот только не знаю, где мой телефон. Ну, у вас где-то в сумках уже, наверное. Мои детки кушают конфетки. Не полетела? Нет. Лезет по тебе. Божья коровка, полети на небко. Нашу рыбку, я иду смотреть, вот такая водичка чистенькая, песочек такой красивенький, вообще красота. Сейчас посмотрим, что там за рыбка, сейчас я выкарабкаюсь на берег. О, кто-то играл крестики-нолики. Покажи. Папа поймал. Где? А, вы в бутылку ее. Дай, Зая, я посмотрю. Зайка, убери ручку, пожалуйста. А вон она, маленькая рыбочка. Мы сейчас еще хотим поймать. Давайте. Открывай бутылку, еще одна. Еще одна? Блин, она прыгает. Ну, конечно. Вот она. Быстро водичку, а то умрет. Быстро водичку. Все, две рыбки! Две рыбки, Адриана! Все, давай! Давай пять! О, Катюха идет. Пошла. Таблеточку выпила, у нее голова болит. Хорошо, что я таблетки взяла. Мы всегда, если куда-нибудь выезжаем, я всегда с собой беру всю аптечку, потому что мало ли, знаете. О, смотрите, какие тут дыры. Вообще. А папа одну поймал? Это не наша. Я думала, это мы поймали. Вон бури. Кстати, очень вкусная рыба. Там очень много мяса. Она очень такая мясистая. Мы раньше покупали. Ой, покупали, ловили. Очень большие. Адриан, еще одна. О, ну на суп сейчас насобираем. На суп сейчас насобираем на уху. Диана, аккуратно там. Я вот так вот боюсь вот этих дыр так. Здесь можно так упасть, так навернуться. Ой-ой-ой. Вот природа, да? Такое вот понаделала. Такие дырки. Иголки. Вообще не знаю, что это. Бассейн. Гляньте, сколько здесь рыб в этом бассейне. Ой, и соска. И соска. Жук вон какой-то. Столько много рыб. Не знаю, если камера передает. Соска вон. Кто-то... Еще одна соска. Две соски. Ой-ой-ой. И опять какой-то, вот не знаю, что это такое. Оно движется. Вот. А?
Смотрите, что это такое. Это как улитка такая. Это улитка. Катя, идите сюда. Хусам. Гай, что с музеей сухлии, лягбири? Талла, макбарга. Зай сухлии, талла, талла, гирас. А, талла, айнд, гирас. Ай, сюда. А, а, а. Гай, сухлии, гбири, мбаля. Талла. А, Катя, идите сюда, быстрей. Мы что-то тут поймали. Еще одна. И это тоже. Катя! Катя! Идите сюда быстрей! А что это такое? Красное что-то. Чугада! Смотри, от нее красная вода. Я не знаю, смотри, от нее красная вода. И вот это то, я не знаю, что это. Смотри, Хусам ее поливает, у нее красная вода вышла, как кровь. Глянь, 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 глянь. Она красится. И вот тоже такая есть, что-то такое-то слизняк. Она здоровая такая. Хусам у вас есть. Такого мы еще не видели. Глянь, у нее, видишь, у нее голова, она, я думаю, глянь, смотри, смотри. Это улитка. Как улитка, да. Она такая красивая. И у нее Адриан, красная. Такая улитка. Глянь, это улитка, Адриан, видишь? Вот такая улитка, сюда. Дай ему. Чего? Глянь, глянь, как она плывет, она плывет. Я тоже первый раз такое вижу. Сколько мы на море приезжаем? Может быть, мы их не замечали, я не знаю. Адриан! Адриан, ты обязан, Адриан! Глянь, глянь! Хирасон! Хирасон! Дала чу амлят! Лон хагет! Вау! Маша, а, что? Давай руку. Чего ты ноешь? Что ноешь? Да это кто-то выкинул. Адриан, видишь, это улитка. Да, она плывет. Глянь, с крыльями улитка. Торцует хвостом. Подожди, подожди. Мы шли такси, мы не хотим быть лайше ахмар. Замрада. Мам, рыбку. Тут было соски. Прямо сосовали. Да, засунь сначала соску. Аккуратно. Адриан, смотри, тут четыре. Дай мне чуть-чуть. Слизняк. Да. А где твои тапки, Дюша? Потому что сказали тебе, не ходи без тапок. Вова, он сам ее вытащил опять. Вон, вон. Вон, вон, вон. О, это что? Видишь? Вот, видишь, тут у него есть эти, ну. Адриан, тут полно рыб. Это пыльный рыб, а мы на это ахмар. Как вот осьминоги, у них же выходит вот это вот, когда их кроют, защитная у них такая. Да, гана. Смотри, как он сейчас в воду будет погружаться, смотри. А, ну разверни. Как крылья, видишь, у него плотно. Да, да. А вот голова его. Давай, команд. Все. Решили. Вон, глянь, глянь, глянь. Вон, видишь, Адриан, глянь. Это рыба. Глянь. Это рыба какая-то. Вид рыбы. Красота. Красота, да. Ну, я думаю, это несъедобно столько. Ой, вот, глянь, вот. Не подхожу, да, подхожу. Да, да. Сартисба. Юмма. Надо. Элёра и надо варказе. Глянь. Адриан, здесь цветы. Как цветы они, Маша. Да.
колбаса стоит? Я хочу. Адриан, ты можешь свой кубок сюда. Красота. Вот такая вот красота. Можно, да? Сундук. Нет, говори вот эти сундуки. Говори все. У нас уже... Сколько время сейчас? Пять, наверное. Да, начало пятого точно. Солнышко уже садится, ветерок прохладный, мы уже покушали. Покушали, пацаны вон играют в футбол. А Диана с Рами в палатке закрылись, им холодно. Не закрывайтесь, вам дышать нечем. Ага, решетку хоть оставьте. Ha ha ha.